Давайте похлопаем Господу. Слава Богу. Аллилуйя. Ну, Аня также пришла, да? Мы рады видеть. И сейчас будет также небольшая мысль перед основным словом. Господи, благодарны Тебе за этот пир, за эти мысли. Ты есть им свет, Господи. И Ты совершаешь эти удивительные победы, Господи, в нашей жизни. Слава Тебе, Христос! Благослови также эту небольшую мысль. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. 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 И давайте откроем с вами Иоанна 4 главу и прочитаем 38 стих. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Я назвал эту небольшую мысль «Войди в труд господина, да, своего». Почему господина? Потому что здесь Иисус Христос разговаривает с женщиной-самарянкой, и есть эти вопросы «Позови мужа своего». Она говорит «Нет у меня мужа». И мы видим из всей этой картины, что он есть этот муж, да, господин, Господь. Господствующий, Господь всего. И мы видим во всем его удивительный труд, да, в который мы входим. Ну, во-первых, самое главное, он совершил, да, потрудился над искуплением всего мира. Да. А до этого, до креста, мы как-то сами пытались потрудиться своим собственным трудом, чтобы обрести это благоволение, да, обрести это спасение. То же самое мы видим здесь в жизни самарянки. Она пытается что-то сделать, совершить, потрудиться, но находит себя опустошенной, да, обремененной. Но мы с вами приняли его удивительный труд искупления. Да? Мы ничего не добавили к этому, а приняли и стали... родившимся свыше, стали спасенными. И удивительно то, что здесь говорится и о тех, кто сеет, и о тех, кто поливает, и о тех, кто жнет, что и до встречи с женщиной-самарянкой он также совершал этот труд. Ведь она говорит в словах «Я знаю, что придет Мессия». Это что означает? Это значит, что до встречи лицом к лицу он также трудился над ней. Он приходил к ней через других лиц и сеял, и объяснял, что скоро придет Мессия, скоро придет Христос. И затем он пришел к ней сам. И совершалось это в ней удивительное спасение, благодаря тому, что он совершил труд искупления, он Мессия, он совершил эту жертву. Он откликнулся на план Отца. Это удивительно. И также то же самое произошло и с нами. Да? Кто-то сеял, кто-то поливал, но мы во всем этом видим нашего Господина. Что Он совершает? Он Господин наш сеющий, Господин поливающий и Господин жнущий. Да? Это все Иисус Христос, хотя Он совершает это через Церковь Свою удивительную. И также совершилось и наше спасение. Да? Однажды мы, как эта женщина-самарянка, откликнулись, да, и побежали, оставили наши водоносы, оставили нашу прежнюю жизнь, можно сказать, и пошли с этой радостью, с Иисусом Христом, так же, как и она. И затем Иисус Христос здесь уже, в этом селении, откуда она родом, Он объясняет им эту удивительную мудрость, да. И говорит об этом труде. И в этих словах мы видим, опять же, Его. Да? Мы видим удивительную благодать, что Он удивительным образом и сеет, и поливает, и жнет. И Он говорит, войди в этот труд благодати. Да? И это действительно здорово. Мы видим с вами это. Господин сеющий. И один момент я хотел... Одно свидетельство из вчерашнего дня. Мне так понравилось. Это вообще все было удивительно. Начиная слово ободрения пастора Владислава, когда он сказал это пожелание ободрения, мы такие облегченные пошли.
И был там, вы знаете, один такой случай. Мне так понравился. Мы зашли в этот замок Карелию. И там были эти экскурсии. Представляете, там было много групп. Да, и мы там отдыхали, смотрели. И была также экскурсовод, которая привела там 15, я не знаю, 20 человек. И вдруг наши оказались такими ловкими, встали у ворот и начали раздавать. И я так увидел, что они подумали, что это часть экскурсии. Что это часть экскурсии этой, что это все об экскурсии, и это все часть этого мероприятия. И вы знаете, это же нужно смелость, потому что если один откажется, все откажутся. А там их было 10-15 человек, один принял, и все приняли. Да? Они подумали, что это часть экскурсии. И они думали, что это часть светской экскурсии. На самом деле Господь все приготовил, что это часть Божьей экскурсии, да, о Христе. Они увидят, они прочитают. И это было удивительно. Да? Также мы можем сказать, что Господь есть наш Господин поливающий. Да? От Его полива мы один раз родились свыше, но мы также и продолжаем поливаться этой водой Иисуса Христа на каждый день. Да? Это удивительная благодать, что ты едешь с братьями и сестрами во Христе. Да? Ведь кто-то потрудился над всей их жизнью, что они принимают решения и тоже едут. Да, ты не участвуешь в этом. Да? И это удивительная благодать. Ты видишь это ободрение. Кто-то всю жизнь трудится над ними, и ты просто принимаешь труд, что ты едешь вместе с ними. Как здорово. И, наконец, господин жнущий. Да? Это тоже удивительно. Вчера мы вообще об этом не беспокоились. Примет ли кто-то Христа или нет. Потому что что? Потому что он есть господин жнущий. Он сам совершит это в один момент. Так же, как это совершилось с нами. Но как было здорово с молитвой и любовью подходить и дарить эти календарики. И говорить, позвольте подарить нам вам этот календарик. И вчера так люди принимали это и радовались это. И мы радовались вместе с ними. Слава Богу, и также все, наверное, расскажут на дискуссии, что совершалось. Аминь. Благослови вас Господь.